Здравствуйте, Ольга Николаевна. Хотелось бы узнать по вопросу бюджета участия. Планируется ли в этом году выделение денег вот в том объеме, который было запланировано, и вообще какие будут, как скажем, перспективы его в дальнейшем, как вы видите? Добрый день, Эдуард Борисович. Приветствую всех и смотрителей, и слушателей, и читателей «Делового Славянска». Хочу сказать, что бюджет участия прошел успешно, проголосовало больше 10 тысяч голосов, мы получили в поддержку проектов. 5 победителей, один победитель отказался от реализации в этом году проекта, и у нас на комиссии проект решения о выделении этих средств был согласован. И вчера на согласительном совете также все депутаты подтвердили о том, что все 5 проектов будут профинансированы на сумму 1 250 000, по-моему, память меня не изменяет. Завтра на сессии в 9 часов утра начнется сессия, и этот вопрос будет уже окончательно проголосован. Поэтому следите за новостями за завтрашней сессии, и завтра получите буквально в 10, в 11 уже у вас будет ответ на этот вопрос. Хорошо. И таким же образом на будущий год также планируется продолжение этой программы, так? Пока сложно сказать, потому что вы видите, что карантин вносит свои коррективы, наполнение бюджета существенно снизилось, поэтому сложно, никто вам точно не ответит, будет ли финансироваться в следующем году, если будет, то в каком объеме. Поэтому доживем до декабря месяца, и там уже будем планировать нашу жизнь на следующий год. Хорошо, спасибо вам большое за комментарий, Оля Николаевна. До свидания.